Впервые за 20 лет в Димитровграде построили новую школу, да непростую. Это лицей ядерных технологий. Он распахнул свои двери перед началом нового учебного года. На открытие приехал сам министр просвещения Сергей Кравцов. Сегодня съемочная группа «Правда ТВ» работает в городе Атомщиков. Учреждение на 1164 места построили по нацпроекту образования. В профиле обучения будет несколько. Это физико-математический и химико-биологический. Предполагается, что в рамках профиля школьник сможет сам выбрать себе направление. Лицеисты также будут заниматься со специалистами Федерального медико-биологического агентства, выезжать на градообразующие предприятия города Атомщиков. А в качестве дополнительного предмета даже смогут изучить китайский язык. Сегодня в лицее также стартовал педагогический форум.